Монета 1 рубль 1975 года выпуска. Ленинградский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупная цифра 1 с горизонтальным рифлением. Под ней обозначено название денежной единицы. Одной горизонтальной строкой надпись «Рубль». Ниже указан год чеканки монеты. Дата 1975. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями. По 3 листка на каждый колос. Колосья пшеницы символизируют богатство и изобилие. Дубовые листья символизируют мир и силу. Внизу колосья соединены вместе в единый венок. Вместе соединения имеется морская ракушка. На аверсе в центре расположен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы. По числу союзных республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда с гранями. Под гербом у самого канта также расположена пятиконечная звезда, разделяющая тянущуюся вокруг герба надпись «Союз Советских Социалистических Республик». Гурт монеты гладкий, с вдавленными надписями «1 рубль» и датой 1975. Разделенными пятиконечными звездочками. Монета образца 1961 года изготовлена из Нейзильбера марки N10. Сплав 58% меди, 30% цинка и 12% никеля. Вес монеты 7,5 граммов. Диаметр 27 мм. Толщина примерно 1,7 мм. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе тиражом 100 тысяч штук. Средняя цена монеты 1200 рублей. Конкретно эта монета в связи с хорошим состоянием куплена за 1300 рублей.